Дякуємо, що залишається з нами, і ми продовжуємо ранок по-київськи. Це магічне слово «ебру», мистецтво, суть якого полягає у створенні малюнків на воді, з'явилось ще в 11 столітті. Світу його відкрив таємничий схід, водна анімація там передавалась від покоління до покоління і таким чином дійшла до наших днів. Іноді її також називають турецьким мармуруванням, хоча в буквальному перекладі з арабської «ебру» означає ніщо інше, як вода для обличчя. Тож, що ж таке це «ебру» і як створюються мистецькі шедеври за допомогою водосущої H2O. Про це ми запитаємо у Ангеліни Золотої, майстра ебру. Вона вже у нашій студії. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали. Давайте розкажемо нашим глядачам, що таке все-таки ебру. Ну, ебру для мене, прежде всего, вода ебру – це моя жизнь. Я впервые, когда увидела это искусство, как рисует турецкий мастер, я влюбилась в первой капли. И могу сказать, что сейчас это то творчество, то искусство, которое увлекает меня. Каждый день я провожу мастер-классы, я рисую с детками, взрослыми. И это та техника, которая дарит, помимо творческого наслаждения, помимо арт-развития, еще настолько много море эмоций, что просто это нужно пробовать видеть, чтобы передать, как это искусство действительно от души к душе передается, от мастера к рисующему. Ну, в Украине же оно появилось нещодавно, да? Кто его привез первым? Эту анимацию на воде? Да, в Украине, наверное, лет 7, вот 7-8, не больше. Вот именно классическое эбру, традиционное, то, которое вы вот говорили в Турции, 6 лет, да, появилась первый мастер, которая обучилась там, вот, у местных мастеров, и она впервые открыла вот в Киеве такую свою студию-школу. Вот, я обучалась тоже у стамбульских мастеров, у турецких мастеров, вот, я обучалась классике, но так как я очень много работаю, то, что я говорила с детками, взрослыми, и мне было интересно, как донести, как показать, чтобы это было сродни нашей культуры, чтобы это было понятно нашим украинским художникам, и чтобы это можно было применять как-то в более таком незакрытом кулуарном вот направлении, как в Турции. Поэтому водная анимация – это второе название эбру, которое уже как бы на основе эбру. Краски настоящие, вода – все оттуда я привожу. Но водная анимация направления, акваживопись, как я называю, это то, что уже придумал я, авторскую технику на основе классики эбру. Сегодня вы нас научите чему? Классично, чего то, что вы придумали? Я думаю, мы можем делать такой интересный симбиоз, микс, мы можем рисовать, но так как краски у нас используются натурально и вода оттуда, то мы можем отдать эбру дань, наверное, и преклониться перед этим священным искусством восточным, но у нас будет эбру по-украински. Чудово. Да, поэтому, ну, мы можем перейти интересно. До процессу трішки. Так, по-київськи. Да, эбру по-київськи. Хочется зауважити, от, що, окрім взагалі бажання, для, щоб створити таке мистецтво, потрібно мати, мається на увазі, от, які власні інструменти потрібні для цього. От ви прийшли з ними, вот можете нам рассказать, зате детальнейше, да, что да, это за инструменты? Инструменты у нас здесь очень интересные на первый взгляд. Это вот как работаю с малышами, они называют это волшебные палочки. На самом деле это такие шилки, которыми мы двигаем краски по воде, и которые создают такие узоры, орнаменты. Называется еще второе название, как танец красок на воде, вот с помощью этих шилок. Да, краски. Почему они такой длинной формы? Вы сейчас попробуйте порисовать, и вы увидите, как это все работает. Да. Краски все вымешиваются накануне рисования. Это все натуральные пигменты, природные, которые с водичкой и с некой органической еще субстанцией смешиваются, они не тонут на поверхности. И водичка, она тоже у нас немножко густая, она замешивается или же на красной водоросли, похожей на караген, или же есть горная колючка, которая произрастает в пустыне Пакистана, с нее берется вытяжка, и целая алхимия процесс, мы сутки наставим эту воду, и она загущается для того, чтобы мы могли управлять красками на воде. В классике эбру мы можем использовать просто брызги, просто красивые орнаменты, узоры, и это будет на воде. Если же на густой, то мы можем рисовать даже тонкости какие-то красивые. Так как я говорю, что я занимаюсь водной анимацией, я рисую сказки, истории, я рисую мультики для деток, я рисую портреты, поэтому вода чем гуще. И здесь, что интересно, все работает на балансе и на равновесии. То есть, чем гуще вода, чем мы делаем более жидкие краски. И наоборот, чем мы делаем жидкие краски, потому что мастер должен настолько владеть техникой, чтобы он постоянно ощущал вот это равновесие, баланс, но и третье, да, это нужно
пребывать в такой внутренней гармонии, наверное, в таком состоянии, как говорят турецкие мастера, что это священное искусство. И будучи в плохом настроении, будучи в каком-то плохом расположении духа, вода просто не работает. И это, да, на опыте могу сказать, что краски просто сжимаются и тонут, идут на дно. Или же яркие краски могут проявляться темными цветами, или же на бумаге они могут проявляться по-другому. Поэтому, да, целая магия. И вы знаете, это слово я слышу каждый день. Я приезжаю, провожу мастер-классы, мы рисуем, детки, взрослые мероприятия, свадьбы, неважно какое мероприятие, но все, кто смотрит, зачарованы этим процессом, магия, волшебство. Что это? Как это? Это завораживает. Вы волшебница, это я слышу каждый день. Поэтому, да, это священное искусство, я очень благодарна, наверное. Давайте покажем нашим телеглядачам. Давайте. Так, нам про пензлики. Пензлики. Починати. Вот пензлики. Вот эти я специально взяла показать вот для наших зрителей и для вас. Это натуральные пензлики, кисти, которые я привезла из Турции. Это стебель кустарной розы, а это конский ворс. И при турецком технике мраморирования, одна из техник, которая называется батал, вот они макают в краску и таким интересным движением подают краски на воду. Я сейчас тоже это покажу, как это делается. Вот, и это натуральные наши кисти, которые используют турецкие мастера. Да, я использую да, для водной анимации более обычные наши художественные кисточки. Ну и гребень у нас тоже такой интересный инструмент. Да, мы тоже им воспользуемся, мы будем причесывать нашу воду. Да. Еще чем ценно это искусство, что это самое быстрое рисование. Мы уже с вами буквально за пару минут, за 3-5, мы сможем достойную картину создать. Да, я буду подавать краски, а вы будете пробовать. Так, с чего варто починати взагалі процес? Ну, я немножечко покажу, как мы делаем набрызгами этот фон. Да, мы можем делать и вручную, мы можем делать этими шилочками. И, ну, я думаю, наверное, давайте тему придумаем, чтобы вы хотели нарисовать. Да. Ранок. Ваша тема. Ранок. С чем у вас ассоциируется ваше летнее утро? Это может быть солнце, это может быть небо, это может быть какие-то расцветы. Хочется сонечко. Сонечко, да, сонечко, сегодня в нашем месте трешки пасмурно. Позитивно. Так, хорошо, тогда вот таким вот движением я подаю краски, и если вы видите, они не тонут, они просто расплываются на водичке. Вот таким образом. Я подаю голубые краски, так как у нас ассоциация неба. Я думаю, еще пару брызг, и вы сейчас уже просто продолжите рисовать. Да, если же в классике эбру, в традиционном эбру, мастера одевают белые одежды, они читают мантры, они молятся, они берут без абсолютно каких-то предубеждений и запретов, они действительно делают брызги так, чтобы они полностью расплывались на нашей поверхности. Поэтому здесь мы с вами немножечко сделаем так студийное наше эбру, но чтобы это было и красиво, и понятно. Наши глядачі будуть це все знати? И, возможно, дома будут себя практиковать. Да, можно при большом желании. Единственное, что красочки, если очень сильно захотеть, можно или приобрести в Турции, или уже потихонечку начали привозить наши художественные лавки. Вот. Но нужно быть готовым к тому, что нужно их приготовить. Да, нужно знать, вот, как приготовить эту водичку. Нет ничего сложного, это можно всю информацию найти в интернете. То есть самотужки можно это сделать, если, например, да. Знать певні элементы. Смотрите, если краски уже покупать готовые, так как искусство стало очень модно и популярно в нашей стране, начали завозить уже готовые краски, просто открывать и рисовать. Там есть немножко примесь синтетики, но они работают, они не тонут, и для элементарных рисунков, для дома ребеночку порисовать с удовольствием. Я работаю только с натуральными пигментами, с профессиональными. Да. В этом магия и волшебство, наверное, потому что передается как бы вот живые вот это вот прикосновение с водой. Но я думаю, что и если же мама посидит и почитает в интернете информацию, для ребенка она сможет подготовить. Да, проходим в очередной палочке. Хорошо, тогда я попрошу для вас. Вот, просто прикасайтесь к воде и ставьте капельки. Вот таким вот образом. Правило есть всего лишь одно. Не топить. Если мы прокалываем, ну, красочка может уйти на дно. Нам нужно, чтобы они открывались на поверхности. Поэтому я вам просто вот вручаю такую вот синенькую красочку. И вы, да, прикасайтесь, ставьте, где вы. Может быть, белое, Настя, да. Давай. Ставите, ставите. Испортить на воде невозможно. И здесь водичка нам даже помогает. Если вдруг по нашему видению куда-то не туда упала капля, или как-то мы думаем, что не так раскрылась она. Водичка, наоборот, подсказывает и помогает. В этом, может быть, мы заранее не видим, что получится в итоге, но вода нам подсказывает. Теперь вас точно так же, да, попрошу. Таким же образом вы вот попадаете вот таким. Можете проводить по поверхности, можете попадать, пожалуйста. Да. Но действительно вода відіграє важливу роль, да, да, в водичка очень большая роль воды. И вы знаете, могу сказать, еще у меня вот есть такой опыт, что очень часто бывает, когда я
работаю на праздниках, на свадьбах, на различных мероприятиях, вот локация может быть у какой-то колонки, где очень громкая музыка, или же может быть какая-то атмосфера немножко не та, не с теми вибрациями, которые вот гармонируют, резонируют с водой, краски тоже тонут. Я уже к этому привыкла. Первое, конечно, когда я обучалась, это немножко, ну, было как, почему, дома все работало, все рисовала, я приехала на мероприятие, и я вижу, что краски просто не слушаются. То сейчас я уже просто, я понимаю, где должен быть мой укромный уголочек, рядышком где-то, вот это должна быть там, вот маленькое такое, наверное, облако, аура воды, то волшебство, к которому все подходят и рисуют. Так, теперь я вас попрошу из этого нарисовать, ну, наверное, облака такие, да, смотрите, давайте вот просто, спробуем. Вот, как работают эти шилки, наши волшебные палочки. Вы просто берете и смотрите, вы можете покружиться, покружиться вот таким вот образом. Да, сделать облачки. Пожалуйста, вы можете помогать с этой стороны. Да. Занимайтесь небом, мы рисуем наше небо. Да. И еще, как вот мы мастерами нашей студии называем нашу емкость с водичкой аквамольберт, такое у нас интересное волшебное название. Вот. И еще на Востоке говорят, что эбру – это как фрагмент или фотография воды и момента. Эти же краски и рисунки, чем ценны, что повторить, воспроизвести невозможно никогда. Они в каждый момент времени открываются по-другому. И поэтому, да, каждый рисунок один единственный во всем мире. И даже трехлетний ребеночек, который рисует мою картину, он является обладателем уникальной картины. Так, ну мы уже створили нас подобное небо. Да. Я теперь думаю, солнышко, да, наверное? Мне служит очки на Ван Гога. На Ван Гога, да. Хорошо, тогда давайте, смотрите, я вам даю такую желтую, летнюю, оранжево-солнечную красочку, и вы, пожалуйста, поставьте солнышко там, где вы хотите. Я думаю, что это ответственность на вас. Поставить солнышко. Я могу, давайте я поставлю солнышко. Давай, да, берите в ручку. Я спробую. Да, и просто вот ставьте, просто ставьте. Ставлю, да? Вы смотрите, открывается. Открывается наше солнце, да, мы можем поводить, мы можем рисовать лучики. И мы можем даже в процессе уже рисовать эту нашу анимацию. То есть у нас не статическая картинка, а краски с нами играют, подсказывают. То есть мы можем рисовать, менять картинки. У нас может быть солнце, лето, превращаться уже в вечерний закат и море. Вот, и картинку, которую мы захотим, то мы можем просто в самом конце запечатлеть. Да, еще... очень... А чи можна, от, наприклад, цей малюнок зберегти? Зберегти. Так, буквально одна минуточка, давайте закончимо нашу картину, і ми продемонструємо, як це виходить. У нас є небо, у нас є сонечко. Я думаю, може бути літо, зараз можемо нарисувати якусь красиву розцвітну веточку, якісь цвіти, може бути птицю, щоб квіти. Квіти, дуже добре. Тоді, давайте я ще вам ось таке завдання дам. Смотрите, ось вам... такие яркие салатовые зеленые капельки, вы, пожалуйста, в каждую серединочку по одному разу поставьте зеленым. В серединочку каждой зеленой. Держите. Зелененькую, да? Зелененькую, да. Вы можете приступать с этой стороны. Классно. Да? У нас будет с вами сотворчество с водой, потому что мы рисуем все вместе. Здесь и водичка нам помогает. Это же достанете? Капельки, да? Да, да. Можете в, ну, в серединочку или там между капелек ставьте. Хорошо. Ой, Андрей, да, на дистрей да поможете? Прекрасно, да. Сюда. Сюда, сюда. Хорошо. Так, и теперь мы очень быстро из этих капелек мы можем нарисовать вот такие стебли. Смотрите, одним движением. Да, листочки. В традиционном эбру все рисуется из капли. Круг делается на воде, и далее уже по фантазии художника вытягивается в различные формы. Вот, еще на Востоке... У нас трешечки мало часу, давайте уже одразу зберегать картину, да, если вот, есть такая мы делаем наши яркие цветы. И я думаю, вот наши цветы красивые, мы закружим вот таким вот образом. И я думаю, так как мы рисовали от всего сердца для наших зрителей, у нас такой чудовый ранок, давайте сделаем два сердца и будем забирать нашу картинку. Да, от вас, у нас от вас. Мало часа. Да, вот и вот. Да, смотрите, это будет от вас, а это будет от вас. Вау. Да, и сейчас мы можем с вами загадать желание. Эту фразу я говорю каждый день. Сбудется в том случае, если же, да, если же рисунок. Просто папир нас, кладемо. Да, мы накладаем папир, загадуем обожание. И дивимся. Буквально одна секундочка, и зараз мы глянем, что у нас вышло. Так, головне, треба гарненько прикласти та до водички, да, так розумію. Картинка отпечатывается мгновенно, за одну секунду. А вот эти вот движения, возбежание, попадание воздуха. Может быть, какая-то воздушная капелька, но вы знаете, она всегда будет на том месте, как нам подскажет водичка. И еще, как мы называем с мастерами нашей студии Ebru Art, что рисунок на воде – это самый древний принтер, которому тысячу лет, цветной, причем принтер. Поднимаем. Что... Да, и сейчас мы уже можем посмотреть, какое тут наше расцветное солнышко получилось.
Оставляем. Ось що у нас вийшло. Чудесно. Красота. Ну і, власне, на такій чудесній ноті ми будемо нашим телеглядачам казати про те, що ви все насправді у ваших руках, ви можете створити самі таку красу. Ми нагадаємо, що у нас була в гостях Ангеліна Золота, майстер Ембру, ми з нею створювали ось таку красу. Вже прощаємось з вами до завтра. Завтра о 8 ранку чекаємо на вас. І Ранок по-київськи буде вас бадьорити прекрасними емоціями і вихідними. Тож запрошуємо завтра починати свій день разом з нами. Тож прокидайтеся о 8:00 і наша компанія, команда розпочинає готувати для вас черговий випуск. Тож це був ваш ранок по-київськи.